Снова здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами поиграем в игрушку под названием «Эволюция цивилизации». Здесь, ребята, мы будем с вами эволюционировать, понятное дело, в какую-то определенную цивилизацию. И сейчас мы с вами обычные неандертальцы, в принципе, только с тряпочками и косточками ходим. Но потом мы дойдем с вами до космических ракет и, возможно, свалим на другую какую-нибудь планету, может быть, галактики покорим. Не знаю, к чему это все приведет, но, в общем-то, давайте попробуем. В общем, первый персонажик у нас вот такой вот прилетает, второй персонаж. Мы их вместе пробуждаем, скрещиваем и получаем нового человека. Охотник-собиратель собирает еду, оглушив ее прежде дубинкой. Вот так вот он действует, агрессивный такой чувачок. И потихонечку вот так вот мы будем с вами действовать и собирать себе все более крутых и все более интересных поселенцев. Таких вот, и потом перейдем в следующий этап. Дальше уже, кстати, пирамиды будут. У нас интересно посмотреть будет, что это такое. Опытный охотник точит копья, устраивает засады и молится богу охоты. Богу охоты хорошо молиться, наверное. Так, собираем этих ребят, оп-оп-оп, готовы. Так, и, кстати, ребята, если вы знаете такие игрушки на вот такую эволюцию и тому подобное, с интересной механикой или какой-то интересной самой по себе темой, то можете написать в комментариях, какая игрушка вам из такого рода нравится и которую вы хотели, чтобы я для вас поиграл. Так, открыт новый человек, первый аграрий, невеселый фермер, минимум инструментов и масса работы с урожаем. Вот такой вот у нас чувачок еще появился. Ну, продолжаем так потихоньку, это что у нас такое? А, можно покупать себе персонажей теперь самому. Ну, в принципе, давайте купим, чё бы и нет. Так, периодически рекламка будет здесь вылетать, поэтому, возможно, будет там даже какие-то кадры вы успеете словить, но, в общем, постараюсь все равно это все дело вырезать. Так, ладно, у нас появились еще парочка ребят, давайте-ка их вместе скрестим, совместим и получим себе еще парочку более неплохих персонажей. Так, новый у меня пока не прилетает, давайте купим еще вот этих вот ребят на все деньги, что у меня остались, и сейчас сразу же их и реализуем. Вот так вот, оп, готово, так, оп, готово. Ну, господи, ты еще не перетягиваешься, ага, вот готов, готов, и вот этого вместе, и получаем еще какого-то нового персонажа. Шаман! Шаманом королем, да? Появился с появлением излишков пищи. Призывает дожди урожаям, рыбу рыбакам, бизонов охотникам. Окей. Хороший такой чувак и, кстати, реально здоровый. Так, и у нас появилась еще какая-то новая фишка. Это у нас мультимонетки. Увеличивает доход монет до x2 на 2 часа. Давайте-ка этим воспользуюсь. Итак, ребята, в общем-то, теперь у меня x2 монетки, что очень круто, значит, мы быстрее будем развиваться, и давайте себе возьмем этих ребят. Вот у нас здесь таймер появился, так что по нему можно понять, что у нас все активировалось. Я подумал, интересно, а где таймер? Как я пойму, что оно точно активируется? Вдруг меня обманули? На самом деле не будет x2 монеток, а я просто так посмотрел рекламу. Нет, значит, все работает, все круто. Так, скрещиваем этих ребят дальше, у нас появляется снова фермер этот, но нужно бы купить еще кого-нибудь интересного. Кстати, да, давайте за него апгрейды, возьмем вот эту штуку, чтобы у нас на секунду быстрее появлялись новые персонажи, это значит, что их будет больше. Значит, мы быстрее будем прокачиваться. Так, этого нам уже не надо. И у нас должен новый персонаж появиться. Нет, все еще покупка людей. Забавно звучит довольно. Типа, как будто бы я их как будто в рабство их продают. Как-то, знаете, так. По такому ощущению у меня лично. Не знаю, конечно, как у вас, но как будто бы я к кому-то работорговцу прихожу и покупаю там людей, а потом начинаю их друг с другом слепливать вот так вместе. И на самом деле я какой-то безумный, супер странный ученый, который вот этим вот занимается. Почему-то у меня именно такие ассоциации, не знаю. Так, ну ладно, два шамана готовы, крестим их вместе. Получается, жрец превратил культ в религию, религию в государственность. Стремится стать фараоном, вот оно как. Так, и зачем-то у него огромный ломоть сыра. По крайней мере, я это вижу так. Это, наверное, не ломоть сыра, но я вижу, что это огромный кусок сыра почему-то у него в руках. Можете написать, что вы видите на самом деле и чем вообще это на самом деле является. Так, и да, ребята, если вам такие игрушки нравятся, поддержите лайком, и если будет много лайков, то я найду еще такие же игрушки, или же вы не посоветуете такие же игрушки, я покажу вам их еще. А ролики не думаю, что сильно большие по ним будут, я так быстренько покажу игрушку, расскажу вам про нее в определенном сеттинге и все такое. Я постараюсь вас немножечко развлечь в этом плане, в этих роликах, в этих игрушках, а дальше вы уж сами поиграете. Если что, если вдруг вы каким-то образом еще не знаете про то, что я оставляю ссылки на все игры в описании есть ссылка на все игры, во что я играю. Бывает, я, конечно, косячу, иногда не оставляю ссылку, а оставляю на старую, но в любом случае у вас название есть, название игры, и вы можете просто в Google вбить его и найти эту игрушку, если что. Если вдруг я закосячу, имею в виду, а так всегда ссылка в описании находится, я о вас в этом плане забочусь. Так, ну что, давайте-ка возьмем себе еще. Банковский счет теперь у нас появился, так, ну я даже не знаю, я, наверное, все же быстрее персонажа хочу и копят деньги, когда меня нет.
Ну, ладно, давайте возьмем, чего бы и нет, пускай будет текс, и продолжим дальше делать персонажиков, но у нас уже должна быть новая покупка, это вот такой вот охотник-собиратель сразу у нас появляется. Ну, гемы тратить не буду, гемы обычно в таких игрушках пригождаются, лучше покоплю их до самого последнего момента, вот когда меня реально уже начнет задалбывать, вот тогда я их начну и использовать. Так, господи, как вас много здесь на самом деле стало, так, где кого там еще скомбинировать можно, я вообще не понимаю, так... Вроде кого-то там с кем-то собрал, но что-то вы как-то слишком здесь близко стоите, что мне нифига не понятно. Так, этого собрали, так, шаманы-шаманы, вот два фараона, вместе их скрещиваем, теперь реально фараон. Появляется у нас открыт новый человек, фараон, верховный лидер Египта, должен строить пирамиду и вырастить наследника, не читает рэп. Эх, жалко, что не читает рэп, а такой бы фараон хороший получился. И мы дошли до древнего теперь мира, вот так вот мы развиваемся потихоньку, а нашу цивилизацию растим дальше. А в конце у нас будет мегаполис, видимо. Судя по всему, хотя может быть там будет куда-то дальше продвигаться список, я не уверен, не знаю, но будет интересно глянуть, до чего же здесь можно будет дойти, кто его знает, может я даже и продолжение этой игрушки сниму, если прям вам сильно зайдет. Так, магнитные поля, 80 тысяч надо денег, 80 тысяч пока у меня нет, поэтому попозже это сделаем. Так, фараон у нас вот здесь поживает, понятно, у него даже пирамиды, настолько это Египет, прямо супер крутой Египет, что тут даже пирамиды в песке, ребята, песок складывается так, что в нем пирамиды, это, по-моему, супер-мега сурово. Как мне кажется. Кстати, вопросик вам будет такой. Данная серия у меня пишется немножко по-другому, я ее записываю, и она должна на мобилках отображаться теперь вроде как нормально, то есть не должно быть черных полей. На компьютере, понятное дело, что вроде как они будут с черными полями, хотя если в новом дизайне YouTube сидите, он должен обрезать черные поля, и в итоге должен быть чисто прямоугольный ролик такой. Если это все окей, нормально, классно работает, напишите в комментариях, как это вообще работает. Нормально, ненормально, а то не всегда мне это понятно. До этого я пытался так сделать, у меня не получалось, но в этот раз вроде как должно прокатить. Без вашей обратной связи я не пойму, сделал я все так или не так. Поэтому напишите мне в комментариях, пожалуйста, на эту тему, чтобы я потом не думал, что я что-то не так сделал, что-то не так понял. Теперь у нас есть опытный охотник, можно его прикупить. Давайте прикупим на все деньги, что у меня есть. И сейчас распакуем этих опытных охотников. И реально, они еще находятся почему-то в коробках, эти люди. Как это работает? Почему я их из коробок доставаю? Почему я реально покупаю людей, но они приходят в коробках, когда еще, как бы, по идее, цивилизации как таковой не было? Подозрительно. Я, наверное, какой-то... сверхразум, если так можно сказать, в этом мире, и заказываю зачем-то людей потехи, видимо, своей ради. Лично я это так вижу, не знаю, как оно на самом деле является, но можно строить только теории вдоль, поперек и тому подобное. Сколько здесь всего странного, интересного, любопытного происходит. Так, ладно, пусть пока эти ребята копятся, а мы с вами немножечко покликаем на нашего фараона. Нам нужно немного денег заработать, поэтому я их чуть-чуть помучаю фараона, чтобы он мне дал побольше баблишка. Пока мы ждем, когда у нас забьются остальные персонажи, а то они внизу, видите, огромный чувачек заполняется со временем. Означает, что к нам прибывают новые ребята, а если будет уже восклицательный знак, то значит, что больше к нам пока ничего не прибудет. Так что ждем до того момента, пока, наверное, все не заполнится, или пока не наберем какую-нибудь хорошую кругленькую такую сумму. 1100, если я наберу, уже будет круто, я смогу вместе скомбинировать фараонов. И открыть кого-то следующего, кого-то нового. Кто это будет, я без понятия, но хотелось бы на это посмотреть. Так, 100 тысяч у меня есть, давайте сюда вернемся. Так, и парочка здесь уже есть, ребят. Так, вместе вас собираем. Так, не вижу, есть ли здесь кто-то еще с кем можно скомбинировать. Вроде как никого нет, но сейчас прибудет новый чувачок. Этот чувачок позволит скомбинировать этих ребят. И у нас готов новый фараон, который будет кем следующим? Следующий-то будет римский легионер даже, так что ли? Обеспечит величие Римской империи. Вот такой вот у нас появляется чувачок. И приносит он сколько денег? Так, отстаньте от меня с голосовалкой. Так, приносит он... Ну, в принципе, неплохие деньги, больше, чем фараон, это точно. Так, и должен новый персонаж у нас открыться, давайте глянем. Так, первый аграрий у нас появился, именно как покупка. Давайте купим их пачку на все деньги, что у меня есть. И пойдем их вместе скомбинируем. Вот они, чудо-коробки. Так, открываем. Так, супер предложение, нет, не хочу. Так, у меня есть магия монтажа, я для этого для вас вырезаю всю рекламу. Стараюсь, по крайней мере, вырезать. Хотя ее в таких игрушках всегда много, что сильно огорчает. Благо, конечно, разблокировка стоит всегда копейки в этих играх. Но все же, опять же, приходится какую-то копеечку тратить. Ну, либо терпите, либо как бы так вот. Хрен его знает, как терпеть эти игрушки. Но всегда в них реклама, чё ж поделаешь. Это мобильные игры, здесь всегда есть реклама. Ну и реклама все же двигатель прогресса, как-никак. Если вам нравятся игры такой серии, то...
реклама позволяет проще всего им двигаться дальше или что-то еще новое придумывать, какую-то такую тематику продолжать и все такое. Ну, как бы, все же на развитие нужна какая-то валюта, денежка, видимо, ребятам, поэтому рекламу они сюда и впихивают. Ну, или просто желание подзаработать. Я не знаю, какое, как у них все это дело. Ну, как-то все равно в этой теме все это и работает. Ладно, что у нас по денежкам? Денежка у нас 15 тысяч, но это мы уже, на этом мы уже будем заканчивать, ребята. Если вам было интересно, можете поставить лайк, если вы хотите еще таких игрушек. Я вот посмотрю по лайкам, если их будет хорошо, то поиграю еще что-нибудь или даже эту продолжу. Все, конечно, от вас зависит, как вы поддержите, насколько вам это интересно. Я все это дело увижу, поэтому, ребята, не скупитесь на лайки. Это в любом случае поддержка меня, поддержка моего канала, чтобы он также быстрее развивался в целом, и благодаря этому я смогу снимать только больше роликов и делать их как можно интереснее, насколько я вообще могу себе это позволить, скажем так. Ладно, ребята, на этом все, всем спасибо, что смотрели, надеюсь, было вам интересно, скоро с вами снова увидимся, всем удачи, всем пока!